По версии следствия, от Константина Кузнецова чиновник получил более 500 тысяч рублей. За это Кузнецов хотел получить конкурентное преимущество при использовании Соловецких причалов и монополизацию деятельности. Сейчас оба подозреваемых задержаны. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя. Для обоих фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовный кодекс Российской Федерации за указанные действия предусматривает наказание от штрафа и до лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Следствие также будет настаивать на аресте автомобиля, взяткодателя Константина Кузнецова. Стоимость транспортного средства оценивается почти в 10 миллионов рублей.